Здравствуйте, друзья! Лето, природа, а мы с вами разбираем вопрос о том, как представляет свою картину художник до ее создания в виде фотографии в голове своей фантазии или в виде готовой решенной работы в материале. Я думаю, это происходит по-разному. Иногда, когда мы пишем с натуры, мы не можем изначально представить объект, новый объект, тот, на который мы только что пришли в материале. Поэтому мы смотрим на натуру и сразу ее переносим своим художественным почерком на поверхность холста. По-другому может обстоять дело, когда мы имеем дело со своими фантазиями. Здесь уже можно представить работу непосредственно решенной в материале. Так я и делаю, например, когда создаю свои объемные картины. Там небо, например, решается какими-то плоскими мазками, а фактура стволов деревьев может быть наполнена большим объемом. Соответственно, это заранее я продумываю еще до момента создания своей картины. И здесь мы можем точно сказать, что работа заранее решается уже в конечном виде, в том, как она будет выглядеть. Скорее всего, если брать за 100% наше умственное представление, то созданная картина не будет соответствовать этому 100% результату, а всегда хорошим будет считаться 70-80% решения от того, что вы задумали. Ну и делая вывод, скажем, что картину можно представить в материале, так стоит делать, когда мы работаем по фантазии. Даже выполняя работы в стиле импрессионизма, можно фактуру мазков, цветовое решение уже прорабатывать в своей голове. Если же мы работаем с натурой, то проще пользоваться материалом, который находится перед нашими глазами, и своим художественным почерком перекладывать его на живописный материал. Так это происходит у меня, как это происходит у вас, вы можете обозначить в комментариях под этим видео. Возможно, существуют и другие способы решения и воспроизводства своих художественных произведений. Как это происходит у вас? Пока.